Глава государства принял сегодня генерального секретаря совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Кайрат Сарыбай рассказал президенту, как реализуются инициативы и приоритеты Казахстана в рамках председательства в СВМДА, а в том числе о проводимой работе по институциональному укреплению форума. Касым-Жомарт Токаев отметил значительную активность нашей страны на пути трансформации СВМДА в международную организацию. Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития объединения путем повышения эффективности деятельности постоянных структур, а также расширения географии и внешних связей. В заключении президент подчеркнул, что Казахстан продолжит уделять особое внимание деятельности секретариата совещания и оказывать дальнейшее содействие его работе на всех уровнях.